Дорогие друзья, приветствую вас! Все мы в новом 2016 году желаем быть успешными. И эта тактика заработка в новейшей социальной сети WebScore поможет вам улучшить свое благосостояние и легко и просто дополнить свой бюджет на 500, а то и больше долларов. Социальная сеть WebScore официально стартует в январе 2016 года, и здесь есть два варианта получения дохода. Первый вариант совершенно бесплатный, без вложений, и тогда вы здесь можете рекламировать, создавая плейлисты. Посмотрите отдельное видео, как создавать плейлисты. Рекламируйте все, что вы пожелаете, и это все бесплатно на этой площадке. Также вам платят за продвижение этой социальной сети в интернете. Чем больше пригласите вы и ваша команда, тем больше заработаете. Заработок с любой глубины до бесконечности. На заработанные деньги покупаете в интернет-магазинах на сайте WebScore то, что вы пожелаете. Здесь есть и путешествия, здесь есть видео, оргтехника, планшеты, телефоны, одежда, все, что вам пожелается. Те же, кто переходит на платный сервис, дополнительно, оставаясь и в бесплатном сервисе, получая доход, и приплюсовывая к себе доход на платном сервисе. Это по желанию. Тогда ваша реклама улучшается, потому что вы за аренду платного баннера оплачиваете $25 в месяц. Платный маркетинг с первой линии. Вами приглашенных вы получаете по $8. За каждый платеж, плюс с глубины от 2 до 1 доллара. Платный маркетинг постоянно совершенствуется, и скоро, наверное, мы увидим улучшение здесь. Заработанные деньги те, кто перешел на платный маркетинг, выводят на карту. Карту WebScore мы заказываем в компании. Это обыкновенная MasterCard, которая обслуживается в любом банкомате мира. И деньги вы тогда выводите из платного маркетинга, из бесплатного маркетинга. Остановлюсь больше на бесплатной версии, потому что люди приходят сначала как бы попробовать себя, оценить себя, возможности. Так вот, что вас ждет здесь на бесплатных позициях. Здесь есть ранги, старт, виртуальный ранг, эксперт, специалист, архитектор, маэстро, ниндзя и рок-звезда. И тогда, когда вы прошли регистрацию, вы на ранге старт. Вы начинаете приглашать, потому что платят здесь за приглашение. Да, я об этом сказала только что. Итак, вы начинаете приглашать, пригласили троих. У вас открылась глубина второго и третьего порядка. И с глубины второго и третьего порядка вам будут платить по 7 баллов, а с первого по 10. Да? Далее. Вы набираете 250 WebScore'ов, баллов, и вам открывается четвертая и пятая глубина. И так далее. Обращаю ваше внимание, что в феврале в странах Европы будет акция. Те, кто достигнет архитектора, вот эти 10 тысяч баллов надо набирать, вы получаете в награду каждую неделю $1000. Почему я говорю в неделю? Потому что здесь маркетинг устроен понедельно. Каждый ранг достигается каждую неделю снова и снова. То есть мы должны быть очень активные. Социальная сеть платит активным партнерам, да, за продвижение, потому что сеть должна жить и быть активной. Именно поэтому идут выплаты активным. Как же этого достичь? Давайте посмотрим, как вы можете все-таки участвовать в этой акции и как вы можете еженедельно получать хороший доход. Самая простая тактика, назовем ее тактика заработка стандарт, это пригласить 10 друзей. У каждого есть 10 друзей. И пригласить их в новую социальную сеть – это не так уж трудно. Главное – подумать, взять листочек и записать себе 10 друзей. Возьмите сейчас листок и запишите, у вас есть 10 друзей в интернете, обязательно есть. И расскажите им, что они могут здесь очень хорошо зарабатывать.
И пусть они также возьмут листок и напишут 10 друзей своих и пригласят их в социальную сеть. Нужна регистрация здесь, и чтобы эти друзья каждую неделю обязательно заглянули на свой сайт, потому что социальная сеть должна жить, да? И дальше, исходя из вот предыдущей таблицы, вы понимаете, почему, да? Я говорю, что 10 участников сделают вам здесь заработок, потому что здесь будет работать система дубликации. Конечно, это не MLM-компания, это социальная сеть. Но ведь правила дубликации работают везде, и в социальной сети здесь тоже это правило дубликации работает. Пригласи 10 своих друзей. И тогда у вас команда вырастет, и вы наберете, посмотрите, уже в третьем поколении у вас будет 7 тысяч, а в четвертом уже можно выйти на 60 тысяч. Для подарка вам нужно будет всего 10 тысяч. Но всегда мы делаем какой-то задел и всегда хотим заработать гораздо больше. Так работайте по этому правилу. 10 друзей, и в четвертом поколении у вас уже прекрасный результат. Но среди нас есть люди еще более активные, и для них может быть совершенно другая тактика, да? Допустим, вы в интернете уже достаточно сильный лидер, и вы способны пригласить не 10 друзей, а 100. У вас есть 100 друзей. Взяли блокнот, открыли табличку Excel, записали себе 100 друзей, заодно проверьте, насколько вы популярны в интернете. 100 друзей пригласите в социальную сеть. Расскажите им об этой возможности. Скажите, чтобы они каждую неделю заходили на свой сайт. Для чего? Для рекламы. Они рекламируют себя. Для этого вы посмотрите другое видео, как рекламировать, да, в деталях. Но в любом случае, они же могут здесь рекламировать все, что угодно, свой бизнес, свои хобби. Могут поздравлять друг друга, да, какие-то положительные эмоции друг другу дарить. И если вы сделаете приглашение на 100 друзей, то ваши друзья, может быть, они не такие сильные лидеры, как вы, пусть они приглашают по 10 друзей, но эта тактика сработает очень хорошо, и у вас уже на третьем уровне будет прекрасный результат. Это тактика для лидера. Возможно, вы суперлидер. И я таких знаю, и у меня в команде есть такие люди. Я очень благодарна им, что они так хорошо продвигают социальную сеть. Люди, которые умеют делать рассылки, люди, которые записывают видео, люди, которые ведут чаты, умеют работать со своей командой, им совершенно не составляет труда пригласить 200 человек. 200 человек. А все остальные пусть приглашают по 10. И тогда у суперлидера уже во втором поколении, на втором уровне или во второй линии, как мы говорим, да, есть отличный результат. Итак, вы видите, что все три тактики работают. Они очень легки в исполнении, но они требуют четкого понимания. Выбрать для себя тактику. По какой тактике вы идете? Все вы и все приглашают по 10 друзей, или вы приглашаете 100, но ваши друзья, допустим, по 10, хотя, конечно, среди них может тоже найдется лидер, который тоже 100 пригласит, тогда он разом улучшит вашу ситуацию. Мы говорим о том, что обязательно есть какой-то выигрышный шанс, да? Обязательно кто-то, когда вы начинаете приглашать друзей, кто-то из них обязательно проявляет себя, да? И вы прямо как в Новый год, вот это чудо происходит, и он вас поднимает наверх и дарит вам хорошее вознаграждение. Где же вы видите этот результат, да? Результат приглашений, когда вы заходите в личный кабинет, в статистике вы находите вот такую табличку. И первая строка, вот это и есть старт. Если вы кликните на слово «старт», откроются поименно все ваши лично приглашенные. И вот посмотрите, если в данном случае стоит 56, нам платят 10 баллов за каждого, вот, то вы вскоре 560. Это первая линия, да? И так далее идет. И вот эта сумма вы вскоре дает вам ранг. Понедельный итог. В
понедельник вы открываете эту табличку, а тут по нолям. Представляете? И надо все начать сначала, потому что каждую неделю вам платят за активных партнеров. И вот эти 56 – это те, кто зашел на сайт, начиная с понедельника по понедельник. А кто-то вдруг раз и забыл зайти. Тогда он у вас здесь не отобразился. Это очень плохо, это вас должно огорчать. Поэтому убедительная просьба, выручайте друг друга. Обязательно заходите на сайт, обязательно. Ваша как бы квалификация, ваша взаимовыручка. Вы знаете, что деньги приходят только к людям, которые думают о других людях. Люди зарегистрировались, их 100 уже, а зашло только 56. Обидно? Конечно, обидно. Потом они понимают, что же я делаю, почему я не зашел, я пропустил деньги. Вы же пропускаете деньги, вы могли бы $500 заработать, а они прошли мимо вас. Вы принесли ложку мимо рта. Итак, WebScore – это сеть нового поколения. Регистрация абсолютно бесплатна. Вы сможете, развлекаясь, делиться вашими видео, добавлять друзей и добавляться к ним. И при такой активности вы сможете зарабатывать деньги каждую неделю с одними и теми же друзьями и партнерами. Выводим деньги. Сейчас я говорю о бесплатной позиции. Вот есть раздел «Виртуальный банк». Верхняя кнопочка – это столько, сколько у вас осталось после вывода денег. Или вы их можете истратить вот здесь, да, есть много-много интернет-магазинов. И вы тратите эти деньги. А каждую неделю вам вот здесь начисления идут, да? Но мы только начинаем, потому что в январе только официальный старт. При этом компания уже платит, деньги выводит. И вы зададите вопрос, откуда же тут деньги? Да деньги тут из рекламного бюджета. На любой социальной сети есть рекламный бюджет от рекламных бюджет компании, да, потому что для чего им нужна социальная сеть? Да это трафик. А что такое трафик? Это мы с вами. А почему мы им нужны, да? Почему мы нужны рекламодателям? Почему мы им нужны? Потому что мы лиды, потенциальные покупатели. И они хотят, привлекая нас баннерами, привлекая интересными вот акциями. И мы из лидов превращаемся в реальных покупателей. Все же знают, что деньги – это только следствие каких-то продаж. Если вы посмотрите на свои деньги, какие у вас есть на банковских счетах или в кошельке у вас, или на карте, они все пришли от продажи. Или вам платит работодатель, он все равно что-то продал и вам заплатил. Или вы получили пенсию, это все равно кто-то заработал и сделал отчисления, и вы получили. В любом случае, это трансформация с продаж. Любые деньги рождаются только в продаже. И поэтому здесь нужно, чтобы бурлил этот трафик, чтобы он рос бесконечно. Это новая видеосоциальная сеть, которая платит, которая постоянно развивается, и скоро это будет не только видеосеть. Это отличная возможность для создания команды в любом бизнесе. Это масштабный заработок в интернете, без вложений возможно, да? Это международная видеосеть, продвигающая молниеносную информацию, потому что нас там с каждым днем становится все больше и больше. Пройдите быстро регистрацию и осуществите свои поставленные цели. И регистрация в эту социальную сеть только по реферальной ссылке. То есть, если на Facebook или ВКонтакте вы можете зайти и зарегистрироваться, здесь надо получить приглашение. И когда вы получили эту ссылку от своего спонсора, от своего пригласителя, поставьте почту, придумайте пароль, поставьте его, повторите этот пароль. Нажмите галочку, что вы старше 13 лет, потому что здесь зарабатывать можно с 13 лет. Поставьте галочку «Я не робот» и нажмите «Sign up». После этого зайдите на ту почту, которую вы указали в верхнем окошке, и пройдите к себе на почту, и там откройте письмо, кликните на голубое поле и активируйте свой кабинет. Далее зайдите в личный кабинет и заполните профиль, и там же ваша реферальная ссылка. Формула счастья в 2016 году. Пригласите 10 друзей в новейшую социальную сеть WebScore. Развивайте свою сеть и получайте в месяц от $500.